Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции, а следующая, пожалуйста, внимательно. Данная точка R2 Жаньгу имеет связь с поджелудочной железой, с органом поджелудочной железой, и контролирует ее, и имеет что? Влияние на поджелудочную железу. То есть через данную точку R2 Жаньгу я могу повлиять, либо вы можете повлиять массажными движениями на орган поджелудочную железу и восстановить ее функции. Итак, давайте мы с вами немножечко коснемся анатомии. Что такое поджелудочная железа? В одной из лекций мы уже говорили, что с данным органом лучше не шутить. Можно пошутить с почками. Почему? Ну, одну вырежут почку, другая останется. Но я не об этом говорю. А вот с поджелудочной лучше не шутить. Потому что я не знаю тех людей, кому восстановили поджелудочную железу. Богатые, великие люди обладали большим состоянием денежным, но никак не могли вылечить поджелудочную железу. Потому с ней лучше не шутите. И помните, что поджелудочную железу очень тяжело содержать в норме. Это раз. Очень тяжело ее лечить. Это два. И очень тяжело ее восстанавливать. Это три. Это самый капризный орган в организме человека. А какая связь с почками, с поджелудочной железой? Ну, во-первых, почки и поджелудочная железа относятся к киньской энергии. Мы как-то в одной из лекций говорили, что с ними лучше с почками поджелудочной не шутить. Если они договорятся, то это онкология в организме человека. Но это я говорю из своего практического опыта. Потому помните, вот, что поджелудочная железа относится к пищеварительной системе, потому всегда следите за своим, что? Пищей, которая попадает в вас. Помните, в желудок она попадает, а поджелудочная принимает ее. Потому кинуть в желудок можно все, что хочешь. А вот примет ли поджелудочная, вот где вопрос, на который многие не могут ответить. Потому прежде чем лечить печень, вот, которая контролируется поджелудочной железой, помните, смотрите, что вы в себя кидаете прежде всего. Что вы употребляете. Также следует здесь подчеркнуть и сказать, уважаемые зрители, внимательно обратите свое внимание, то, что поджелудочная относится к элементу земля. И мы уже вот в своих лекциях неоднократно говорили, что поджелудочную содержать только в хорошем тонусе можно, что продуктами, выращенными на земле. Пожалуйста, самая первая подсказка вам, если вы хотите, чтобы поджелудочная была в норме, все выращенные на земле продукты, вы можете кушать. Понятно, да? Я думаю, сковородку от продуктов можно отличить, скажем так, что зажарить. Потому у нас очень многие люди стараются там содержать всякие диеты, но смысл диеты – это наведение порядка в поджелудочной железе. И данная точка может вам помочь. Как она может помочь? Ну, допустим, поджелудочная воспалена, либо часто воспаляется. Можно через данную точку успокоить поджелудочную. Здесь, вы знаете, хотелось бы подчеркнуть и сказать, уважаемый зритель, успокоить поджелудочную можете, это очень хорошо. А вот когда поджелудочная слабенькая, то данную точку R2 не рекомендую вам с практической точки зрения очень сильно активизировать, потому что поджелудочная, она не любит, когда ей дают энергию. Помните, она сразу может воспротивиться этой энергии. Поджелудочной нужно давать настолько тонкая и мягенькая энергия, чтобы она возьмет только сколько ей надо, остальное выбросит. Потому здесь из практического опыта говорю, будьте осторожны, когда воздействуете у тех людей, у кого слабая поджелудочная железа. Нельзя ее очень сильно тонизировать. Она может вам ответить болью, дисфункцией. Сразу боль в боку, в левом подреберье начинается. И что, может камнем взяться. Ну, я так, это я со своей слова такие у меня в моем жаргоне. Итак, далее пошли. Что еще у нас? Поджелудочная железа выделяет панкреатический сок. Вот, ферменты пищеварительные. Также участвуют в создании гормонов, производит. Ну и, конечно же, она участвует в обмене веществ, углеводы, белки и жиры. Вот если эти все функции нарушены в нашем с вами организме, обратите внимание, пожалуйста, на свою поджелудочную железу. И данная точка R2 Жаньгу вам в помощь. Здесь традиционно мы скажем, без диагностики 12 меридианов вы не увидите, в каком состоянии поджелудочная железа. Не увидите, потому диагностика 12 меридианов необходима. Также следует помнить, что согласно восточной медицине за желудочно-кишечный тракт отвечают все 12 меридианов. Здесь и подсказка. Проведете диагностику 12 меридианов, увидите, в каком состоянии желудочно-кишечный тракт, к которому относится поджелудочная железа. Спасибо за внимание.